После подорожания горюче-смазочных материалов цены на товары народного потребления изменятся незначительно, считает исполняющий обязанности министра энергетики Булат Акчулаков. Службы центральных коммуникаций и журналисты поинтересовались, не подорожают ли товары народного потребления после роста цен на топливо. Считаю, что влияние горюче-смазочных материалов на цены товаров переоценено. Мы ведь не удваиваем цены. Если посмотреть статистику, то в 2021 и 2022 годах цены на топливо не изменились. Но тем не менее товары подорожали. Конечно, после подорожания топлива будет некоторый рост цен на другие товары. Но это лишь незначительный рост в пределах плановой инфляции, заверил Акчулаков. Стоит отметить, что Минэнерго поднимет предельные розничные цены на бензин и дизельное топливо. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-93 до 205 тенге за литр. Дизельное топливо вырастет до 295 тенге за литр. Планируется, что изменения вступят в силу 12 апреля.